Мы с Димоном решили пойти на темпл, Королевский дворец, пешком. Местные красавицы, как всегда. Вот. Ну, в общем-то, я ожидал худшего, но здесь, в общем-то, не так много народу и прохладно. Вот что самое важное, это прохлада. В Бангладеше жара меня достала. Роскошный кровь, супер вообще, это дерево, вот это дерево. Okay. Американское посольство. No, it's not allowed to take pictures, please. А я себя снимаю. А мне похуй. А, окей. Take your picture. No, no. Why? Amen. Yes, yes. You are in Mughal number. In Nepal. In Nepal, no. Only Russia. Go inside, take picture. See that, bro. Mm-hmm. И в России таких мест полно. Где? Только вот стоишь и в ахуе. Как? А, пошли. Охренеть! Эй, твою мать! Эй! Пошли в жопу! Все, пошли! Охерели! Сыпс! Крейзи, сыпс! Иди в жопу! Не-а! Такой! Нет! А! Твою мать! Иди в жопу! Охренеть! Иди в жопу! Мать твою! Нападение! Совсем не милоты на человека! Не-не-не-не-не-не-не! Все! Да. Эй, ты small one. No. Прыгай. Макака с красной капой, какай. Я вообще на Будду хочу смотреть. Хрен. Нет. Не-а. С трудом, но добрался. Я ем. Дорогой. Ладно. Вот это Катина манда. Вот Катина манда. Смотрите, как манду. Высоты, не знаю, птичьего полета. Интересный вибратор вообще. Вот нахрена это делаешь? Я ничего не знаю. Кто нахера? Вот этот неприродный камень. А вот эта конструкция, это вообще пипец, я не знаю. Это как нужно заземлять, чтобы вот не хватило заземления, еще поставили какую-то внешнюю конструкцию для того, чтобы вся энергия сливалась вокруг, даже не доходила до этого шпиля. Это коллинеарная антенна явно. Mm-hmm.
памятный день. Меня арестовали в американском посольстве. Я проиграл битву с обезьянами, посмотрел кучу ступ и старый город, поел пельмешек мама. Я доволен. До первого дня хватит.